Разборка на свежем воздухе. Это у нас Kia Ceed. Салон оригинальный у нее такой. Чтобы снять вот это все, приходится разбирать, аж вот сюда залазить. Получается. А вообще-то я не вижу смысла, честно говоря. Вот, отсоединили и, наверное, и хорош. И стойки, и крышу. И по идее все должно сойти. Здесь вот крепится, здесь болтушочками. Здесь вот такие вот затычки. Вот у нас имеются. Здесь вот эта красота вот на клипсочках у нас сидит. Так что, в принципе, все доступно, достижимо. Они клипсы у нас заходят. Видно, да? Здесь и здесь. Вот это к тому, что когда кто-то будет разбирать, чтобы не было как у всех нормальных людей. Сейчас мы разберем, сломаем, а потом мы увидим, как ее правильно снимать. Вот для этого и снимается это кино. Вот. Значит, как снимается здесь? Здесь вот они с питанием. Здесь обычный болтик, гайгочка. Здесь вот у нас саморезики. Обзор. Вот здесь, да. Здесь все на саморезиках. Там в багажнике два глиссадера ваши. Да. Здесь вот все то же самое на клипсах. Нифига. Здесь... Смотрите. Не, я понял, это прикручено, как, это как на фольце. Вот. Очень хитрая, кстати, схема и удобная. И удобная. Потому что эти клипсы постоянно... И удобная, и красивая. А здесь все зафиксировано. Крыша приклеена? Да, крыша. А, вообще хорошо, если крыша приклеена. Хотя я сомневаюсь. Знаете, почему я сомневаюсь? Потому что тут вот на крышу наклеенная. Это самое. Вот, сейчас надо отсоединить здесь, то есть, видимо, вот здесь гайгочки, болтушки. А вот это клипсочки почему-то, она тут, честно говоря, нахрен не нужна. И здесь держится, и здесь держится. Зачем здесь клипса, непонятно. Что было, наверное. Они приклеены к потолку и вставляются в крышу. Вот. Здесь то же самое, вот, под саморезик. Вот они у нас, ручечки, сложены кучкой. Ручки такие красивые. Надо пробовать тогда ее опускать. Вот так вот. Сейчас будем крышечку снимать и вынимать. В общем, первый раз, конечно, сложно, все интересно, но не так уж и страшно. Тут все это нравится. Разборку, значит, тут вот надо, чтобы освободить крышу, освободить ее из центральных стоек. Ну, все, сзади я 3 клипсы сдернул. Вот, и в итоге, чтобы это все снять, вот здесь болтушочки на 8, слева и справа, ну, с обоих сторон. И вот эта часть у нас уйдет вниз. И, естественно, что нам будет легче. И, опять же, сказал хозяин, вот почему-то тут подголовники не снимаются, и тут какая-то подушка есть. Но я не понял, это чтобы шею сломать человек. Вот, чтобы подушка выстреливала, что-то я аж... Жень, вот она, вот она, вот она одна. Она вот она вытаскивается одна. А вот она вторая не вытаскивается, да? А ну ты ее еще развернешь, она не по этим. Офиг. Нет, не хочет. Нажмите кнопочку. Нажмал. Ну, ну седло придется опускать. Подушки в подголовник вот как-то вряд ли. Прикол. Это оно было бы написано. Опять же, если подушка в подголовник... По идее, вот это отстреливается, она голову удерживает. Не, Жень, ну на ней должно быть написано. Тут подушка или что-нибудь на ней. Практически, да, практически фиг его знает. И опять же, такая крепкая, это самое, я что-то сомневаюсь. Она вниз отстреливается и все. Ну, может быть, может. Все, сзади крыша болтается, клипсы я сдернул. Она еще должна пойти. Ну, да. Фонарик центру все сняли, да. Все это сняли. То есть все, что надо, сняли, теперь ее аккуратно снять. И. Ох, дорога. А что, он там заело его, что ли? Болтушочек.
Не, прямой отверткой не получается. А, бочком надо. Ну ладно, вот осталось нам 4 болтушочка выкрутить, по идее. И лиша будет освобождена, ее можно будет доставать из машинки. Вот такой Kia Ceed. Не просто так вот он разбирается. Вот, ну не... Чем злее, тем интереснее. Что касаемо вот задней крыши. Помимо клипс, вот да, они, вот раз, они, два, на пружинках. Три штуки. Вот сейчас, подожди. Угу. Вот они, такие же пружиночки, они защелкиваются. Вот раз, по центру. Вот он, два. И вот он с краю, три. Это похоже к Камри вариант. И ну, вот смотри, такие есть еще фиксаторы, оп, которые повисло. Вот. Видите, как их? Вот так, раз. И вот так, раз. Хоп, и он на место стал. Крыша висит. Также вот я тут беру. Обалдеть. Все просто, и тем не менее. Савка. Ну, крыша по качеству. Молодцы. Лучше, чем у камня. Да. Да. Мне больше удобнее, все лучше сделано. Ну вот, уже тут суждения пошли. Камри хуже, чем Kia Ceed. Не покупайте Камри, покупайте Kia Ceed. Не, вообще вот машинка так. Хорошая продукция. Тут он и дрова носят, колят, и машины разбираются. Вот наша крыша. Значит, у нас по ней идет что? Вот отсоединяем это подсветка. Одна подсветка, вторая. Сюда идет вот фонари. Это у нас кто? Этот папа-мама, это скорее антенный. Музыка, радио точнее. Ну и это, по-моему, общий шлейф. Вот такая красота. И вот они, крепления сзади, вот это, чтобы не вибрировало, мягкие такие демпферы. По ям крыши, вот их два тут. Это застежечки наши. Но все, между нами говоря, сраненько приклеено на обычный термоклей. Примерно такой же, как у нас. Но, скорее всего, не такой же, потому что таки крыша, и тут жара. Это будет очень термостойкий клей. Я думаю, температура его плавления... Явно больше 150 градусов, наверное, под 180, не меньше. Потому что иначе по жаре эти все блинья к чертовой маме отклеились. Вот, ну и все. Несем теперь, все на тер лежит. Надо внимание проявить еще. Да, вот он разъемчик. И по крыше идет к антенне. Антенна у нас вот она, сзади расположена. Коаксиальный кабель. И вот отсюда мы... Выдрали. Получается, что в наглую выдрали. Надо было снимать как-то. Но они тоже сами виноваты. Как-то они тут сделали по-бестолковому. Вот. Мы ее не заметили. И выдрали. Это дело восстановим. То есть надо этот разъем как-то снимать. Так, лето летом. Заготовка дров никому не мешает. Вот, ребята, бригада ух. Все, что хочешь, поломают, рубят, поколят. Тут он потихоньку. Вот там было навалено деревяшек. Вот таких вот лесных с прошлого года. Посмотрим, что куда они все это подевали. Вот.